Юрий вполне определенно наметился резким углом. А уж лучше или лучше покажет будущее. Пиши газета «Русское знамя». 20 минут до Нового года. Чувство большой бодрости, силы и жизни. Уверен, что 1917 несет нам мир и революция. Ваше государство, президентство, за заболение недели мы на воздухе сократили до 5000 пудов людей. Это в 12 раз уже на приблизительной программе. Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба. Просто для того, чтобы создать возбуждение. Все школы, гимназии, курсы закрыты. А публика разбежите. Бедром сидят на маскараде. Пришлите даже в душу не возвозчик. Уж нет. Любуются Юрием и постановкой Меркурия. Крик этой души нам только снится. За душу не дымится. Ночь бездонной длится, длится. Петербургская чепла. Черного мне без звезды не видно. Кирилл где-то здесь, а я видна. Но беспечно прямо, бесстыдно. Маскарадная болтовня. 25 февраля. Николай II отдает приказ прекратить беспорядки в столице. 26 февраля Государственная Дума разрушена. Начинается всеобщая стачка. Около 8 утра меня разбудила жена и рассказала о стачке на Путиловском заводе и в здании в Волынском полу. Как работник, никто не ожидал, что время действия уже наступили. Большие много взрослых.
престола государства Российского. Но равнодушно и спокойно.
Россия гибнет, а Россия больше. Вечная память России. Вот она передала Бога. Та, которую видели в пророческих снах, великий писатель, которую Гоголь назвал несущейся дорогой, Петербург, по которому родился Достоевский.